Один из самых романтичных и мужественных исполнителей современности Сергей Любавин вновь побывал в Подольске. За последнее время «Золотой голос шансона» существенно расширил границы своего творчества, демонстрируя зрителю новые грани своего таланта. На концерте известного певца побывала Евгения Конкина. Редкая для сегодняшнего времени романтичность и одухотворенность, которые так присущи манере исполнения Сергея Любавина, в полной мере воплощены в его новой программе «Лучшее для любимых». Музыкант, поэт, композитор, замечательный певец раз за разом удивляет зрителя своей утонченностью, нежностью, проникновением, которые каким-то непостижимым образом сочетаются с истинной мужественностью. Стихи и музыка, идущие от сердца, неподдельная искренность и удивительная любовь к слушателям. Оказавшись хоть раз на концерте Сергея Любавина, в него можно влюбиться безоглядно, ведь он поет о самом сокровенном, о том, что близко и дорого каждому. Золотой голос шансона, любимый тысячами женщин и уважаемый мужчинами, Сергей Любавин давно перешагнул границы одного жанра. Его по-настоящему умные, интеллигентные песни полюбились слушателям еще больше. Сейчас я просто назову первое слово песни, а название вы продолжите его хорошо. Песня называется «Клен ты мой». К творчеству Сергея Есенина музыкант обратился не случайно. У кого еще можно найти столь мелодичные стихи, в которых выражены и грусть, и нежность, и широта русской души, которую так любит и сам Любавин? Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белой. На концертах Сергея Любавина случайных зрителей нет. Каждый из пришедших – давний почитатель его таланта. Мы с Сергеем Любавиным на концерты ездим не один раз в год. И 14 февраля пойдем в Москву. Недавно были в Питере, поэтому мы давние поклонники его таланта. Очень нравятся песни, добрые, позитивные, жизненные. Муж очень любит их слушать, сын очень любит слушать. У нас сын тоже играет на гитаре, поэтому очень многие песни точно так же воспроизводят. Сергей Любавин очень хорошо поет. У него очень прекрасные песни о любви, о прекрасных чувствах. И особенно нравится, наверное, всем песня «Это женщина, которую люблю я очень, это женщина, которая мне снится ночью». Это женщина, которая подобна чуду, это женщина, которую я помнить буду, это женщина, которой никогда не стать моей судьбой. Евгения Конкина, Владимир Едоков, телекомпания «Кварц».